смотри, 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 а? Видал, какая? Ну-ка, ну-ка. Уже пора. Это мне? Как вас зовут? Коля. А Таня. Юрий, нам к вам на концерт нужно. Мы ваши старые поклонники. Возьмите Пойдем. Нас с собой. А? Все, девочки, автограф потом. Все, все, красавица, актрису устал. Я рад готовить к выступлению. Пропустите актрису. Ну, вы не в автобусе, наверное. У человека всегда есть мечта, да, или какие-то воспоминания, или как-то что-то. Но, естественно, что в моей жизни вообще не было так, что я мечтала стать певицей. И вот если вот сейчас вспоминать, я очень долго занималась фигурным катанием. Может быть, где-то подсознательно у меня там, может быть, я бы хотела быть спортсменкой. Я вернулась в спорт. А что касается увлечений, их достаточно много. Да, у меня было, я, конечно, не буду рассказывать, что я собирала марки и значки в детстве, как все. Вот. Но что касается сейчас, есть... Правда, в этом году так это не сложилось. Увлекалась тем, что училась ездить на мотоцикле. Я уж не знаю, каких таких специальных хобби у меня нет. Винтовка. Стреляю хорошо. Ну, это, да, это на самом деле, спасибо, что напомнила, Юлия, не всегда это получается. На самом деле, это еще со школы, да и с детства, наверное, девочки играли в куколки, я в машинки. В школе все занимались тем, что была медицинская подготовка для девчонок в то наше время. Я ездила с мальчиками на полигон, у меня был в школе еще значок меткий стрелок. Ну, а сейчас при любой возможности, конечно же, я не прочь пострелять. Прогорел закат, и не спешу в рассвет. Ночь была чарующей, душистой. Запоминал твой взгляд, ласковый лунный свет. И любви хотелось только чистой. А когда под шерстком ты шептал, не я влюблен, мне казалось, счастье где-то близко. Я не то чтобы пропала, конечно же, я продолжала работать и работаю. А вот именно эти 6 лет находилось в состоянии поиска, что ли, новых песен. Хотя мы выпускали их там одну, может быть, две в год. Находились какие-то песни, и я находилась там сама в таком состоянии, что мне хотелось что-то другое, немножко отойти от стороны той Татьяны Овсиенко, которая, может быть, это связано с возрастом, может быть, это связано с тем, что у меня внутри душевное состояние. И, конечно же, этот период времени, вот 6 лет, он такой был колеблющийся. Я вроде бы решилась, вот хорошо, нашла песню, вот все. Наверное, так это будет. Потом проходило какое-то время, мне она не нравилась либо по настроению, либо не совпадала с моим внутренним состоянием, либо я понимала, что это все-таки мы, артисты, по крайней мере, главное, что нужно учитывать не свое состояние, но и это тоже, естественно, потому что иначе будет вранье, не будет это по-честному. Ну и, конечно же, в то же время, чтобы это... У меня принцип, чтобы это была положительная энергия, чтобы люди, которые слушали, она приносила им удовольствие, никакой трагедии, никаких там, скажем, таких соплей, слезных состояний. Вот с Божьей помощью, наконец-то, все-таки пришло это время. Так, кстати, называется альбом «Время». И мое состояние души совпало, и пожелания моих поклонников, само время, в котором я ныне живу, дни, часы. И решили назвать этот альбом «Время». И вот, наконец-то, мы его к 8 марта уже выпустим. Даст Бог, все будет хорошо. За счет того, что такое огромное количество этой неживого,
скажем так, такого, всех этих компьютеров, техники различных, которые излучают, наверное, свои, не могу правильно это говорить, заставляет нас немножко подзабыть о том, как было раньше. Как было раньше и как относились к тому, как... Я всегда это сравниваю вот для меня, это по крайней мере. Мы пишем сейчас смски, раньше писали письма. Когда человек пишет письма, он думает осознанно, да, находит прекрасные слова. Неважно, в каком состоянии. Либо это объяснение в любви, либо это просто какое-то изложение того, что происходит. Либо дневники раньше писали, слушали классическую музыку, учились танцевать, иностранные языки. Все это складывалось. И все это делалось близко к природе, то, как нам дано. Когда мы сейчас перешли на то, что все есть телефоны, компьютеры. Это замечательная помощь, конечно же. Это, ты все делаешь это намного быстрее. И волей-невольно, конечно, становишься сам на этот ритм, как на беговой дорожке. Успеть за машиной, конечно же, невозможно, а мы все это стараемся. И оно уже где-то подсознательно входит в нашу жизнь, что меня как бы немного огорчает, на самом деле. Потому что я бы по сей день заставила писать письма. А как смс-ку? Случайно не то словечко написала, уж потом не сотрешь. Все-таки, когда писали письма, думали об этом, правильно же? Это было состояние души. Там такое маленькое лентяйство присутствует, все делает машина. А мне бы хотелось, чтобы человеческий разум все-таки больше мыслил. Лето нам дарит подарок, много дней и ночей. Нежно вздыхают гитары, снова влюбленные пары. Школьная пора, и при всякой погоде пропадали пропадом мы во дворах. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора. Как она может отпустить, когда она в моем сердце? Это моя жизнь, это моя любовь, моя страсть, мое все. Вот и так как оно вмещает в меня всего небольшое количество, совсем маленькое, людей и того что, состояния моего, чем живет мое сердце, то сцена, скажем так, не сцена, а творчество. Творчество мое, мне нравится петь, я люблю, это мое, и как можно от этого отказаться, я и не думала над этим вопросом, ни от кого я никуда не хочу уходить, никакой я закрываться нет всего мира, песня надоела, а это, наверное, временное явление у каждого из нас, не все же бывает так, когда все ровненько, бывают же вот, все равно же скачки, пульсирование, скажем так, жизни, она, судьба преподносит разные ситуации, разные минуты в жизни, и хоть я отношусь ко всему с благодарностью и все принимаю должным образом, стараюсь принимать по чести, разные, как у нормального, обычного человека, бывают разные состояния души, обстоятельства складываются так. И это, наверное, слово «надоело», оно можно по-разному его, конечно, трактировать, оно совершенно абстрактно, потому что бывает такое, когда вот хочется что-то изменить в себе, что-то новенького хочется, потому что то, что уже вот прожито, оно уже как страничку, хочется его перевернуть, сказать спасибо и начать еще разочек все сначала, следующий этап, сделать следующий шаг. Ну вот, собственно, только так об этом. Во тьме бегут фонари, где же на какой дороге мой милый друг? Он затерялся вдали. Шоссе длиною жизнь.
твоя дорога есть, она, да, и ты знаешь, что тебе дано, что нет. Все равно же выше себя не прыгнешь. Естественно, когда ты уверенно знаешь и профи в определенном, там, допустим, вот если я знаю, как держать микрофон и все, что касается с ним, и как воспитывать ребенка, как мать, это же тоже профессия, да, то если ты делаешь это по-честному, ты можешь это сделать правильно и получишь от этого положительный результат. Если, конечно, просто потому что модно и потому что такое настроение сегодня, я не думаю, что это. Потому что можно натворить таких дел, что это же потом уже не вернуть назад. Это же как миг выскочило и все. Что я думаю, что всегда нужно очень долго думать, прежде чем взяться за какое-то дело новое для тебя, неизвестное. Сможешь ли ты в нем? Хотя, ну, всякие вундеркинды бывают. Да? Любимое слово, вот, то, которое у меня его просто, оно исключено в моем лексиконе вообще и для моих близких. Это новое придуманное слово депрессия, всем нужно спасаться. Да бред это все. Бред. Все я считаю, что от лени человеческой. Не нужно упиваться, что-то произошло, не бывает каких-то таких вот-вот произошло что-то, ничего не произошло. Есть ситуация, которая не может не найти выхода. Всегда жизнь и судьба всегда даст тебе несколько вариантов на выбор. Выбор принять нужно, обязательно. Так или иначе, чем сильнее человек, чем сильнее ему испытания даются по жизни. И просто нужно не бояться. А закрываться по тем, что я сейчас буду рыдать, тут плакать, прятаться от кого-то, потому что у меня депрессия, у меня потому что тяжело, я не понимаю, я там что-то. Ищите, учитесь. Это всегда нужно с улыбкой на это все смотреть. И жизнь другая будет, и поверьте, потому что я вот сколько понимала, я не люблю, когда присутствует печаль какая-то, грусть. Бывает все в жизни, но ко всему нужно относиться правильно. Не вдаваться в какие-то фанатизмы. Куда ты убежишь от себя? Да никуда. Всегда так говорю. Это моя семья. Мы уже больше 20 лет вместе. И мой продюсер, и мой друг, и мой учитель, и мой наставник, и самый ругачий человек на свете, и самый противный. Но я его очень люблю, и без него это, конечно, Игорь Викторович Архипов. И я его называю, любя, конечно, Гоша, по-другому никак. Если я иногда говорю по телефону Игорь Викторович, он говорит сразу, что случилось. Потому что это, конечно, моя душа. И многие вещи артист ведь не может сам по себе существовать. Это не его заслуга. Он просто как единица, которая как гитарист играет на гитаре, вокалист может пользоваться своим голосом. А все это вместе, естественно, огромная, огромная, чуть ли не большая часть, наверное, зависит от продюсера, от друга, наставника и человека, который чувствует тебя и жизнь твою, чем ты живешь и как. Тогда вот этот союз вот совпадает, когда и получается довольно, скажем так, сказочные результаты, которые нравятся. И мы живем просто, без надуманно. Отношения, в наших отношениях нет ничего надуманного, передуманного. У нас нет продюсера и артистка. У нас, скорее, мы друзья, очень близкие. И, конечно же, был такой договор, когда мы начинали работать. Я никогда не спрашиваю, куда я еду, по какой причине и за сколько. И, этот, и никогда не отказываюсь давать автографы, сколько бы их ни попросили дать. Во всем остальном я доверяю ему как профессионалу. И, конечно же, как любое мнение его для меня очень важно. Мы, конечно, спорим, лаемся, как все. Все нормально, как в нормальной семье. Только творческой, конечно. Но вот что касается горячих точек, как-то у нас этот вопрос вообще не возникал. Никогда. Лишь только получали приглашение, он знал, что я не откажусь. И никогда слово «боюсь» – это точно не для нас. Да, и, наверное, это не нужно. Это не то, что не имеешь права, но я считаю, что это часть жизни.
артиста. И какая-то, у меня это какая-то необходимость даже уже. Целый день шел снежок, чудо как хорошо. Вечером бархатный заглянул в окно. Одевайся потеплей и по тишине аллей. Мы пойдем под ручку прогуляться перед сном. Одевайся потеплей и по тишине аллей. Мы пойдем под ручку прогуляться перед сном. Женское счастье, был бы милый рядом. Ну а больше ничего не надо. Женское счастье. Сначала же как, ты не умеешь читать все знаки жизни, не прислушиваться к своему душевному состоянию, больше на эмоциях, больше на каких-то, что-то происходит. А на самом деле это так, мы просто их не умеем видеть и не умеем чувствовать. По крайней мере, доверять тому, что у тебя внутри. А вот если теперь уже, а я уже могу это говорить, оглядываясь на тот период жизни, который прожила, все мои вот встречи, они все судьбоносные, скажем так. Они, конечно, тогда я могла этого не видеть. Но кто мог знать, что так сложится, да, что я приеду и уеду в Москву, буду костюмером у Наташи, об этом уже тоже много говорили. Потом мы подружимся, потом я стану солисткой. Это все же, естественно, ну кто там? Там мы-то, он располагает, а мы предполагаем. Рыбки есть, коты есть, теперь уже и кот есть, вон можно глянуть на мои руки, я вот как раз получила в подарок нового красавца, он сносит мне весь дом, переворачивает, не дает мне, конечно, расслабиться, вот у меня и зарядка, и хобби, собаки, так что у меня это всю жизнь по жизни складывается, я очень люблю животных. У меня лабрадорчик сейчас, он за городом живут большие собаки, и одна забавная история, у меня есть дворняжка, ее зовут Люся, потому что как-то была история, мы ехали на гастроли, была задержка рейса, проглядывая какие-то прессу, я увидела заголовочек, что вот такая-то чудная, еще, наверное, она не совсем щенком была, Люся ищет дом и родителей. Я позвонила, узнала, что девочка 13 лет, увидела, что собаку сбила машина, эту Люсю нашу, сделали операцию, но содержать ее нет возможности. Я забрала эту Люську, она теперь у меня всех строит породистых собак. Она самый лучший человек и друг, и самопонимающий. Такая Люська есть у меня. Так что расширять я не стала, но в квартире пока умещаются у меня рыбки, собака и кот. А дальше не знаю, как будет. Солнце катится по небу, словно метеор. Успеть к обеду замечать не хочет, как на маленькой опушке леса синенький цветочек смотрит в небо, ждет все время ласки его. Солнце мое мелькает среди тучек, кто пропадет, то вновь подарит лучик тепла цветочку. Конечно, мое еще сердце никак не успокоится, что Игорюшка так далеко от меня. Но опять теперь вернемся к началу нашего разговора. Огромное спасибо, что есть социальные сети, потому что я его вижу теперь в Скайпе. Я общаюсь с ним ВКонтакте. Он мне присылает довольно много музыки, которая мне полезна, и я уже учусь на ней, так как он у меня любитель тяжелой музыки. Я все-таки всю жизнь посвятила поп-музыке. Теперь, хотя в этот альбом мы вложили достаточно немножко другого стиля, и он мне сейчас такой незаменимый дружок. Он мне все подсовывает. Новую, красивую, вкусную музыку. Я ее слушаю, мне нравится. Так что он уехал лишь только потому, что мы решили, что немножко нужно подтянуть язык. Время. У мальчишек такой переходный период. Я была довольно занята, было гастролей достаточно много. Потом вот
мы уселись за альбом, решили, что он немножко поедет, просто позанимается английским, а получилось так, что он поступил. И мы вот уже второй год сначала тянули две школы, и здесь, Ломоносовскую, и там. Но ему там очень нравится. Я вот гляжу на него, и поначалу я думаю, как он там сможет. Но вот, может быть, музыка спасает. Мне кажется, как и меня, она всю жизнь спасала из любых ситуаций, при любом настроении, так и его. Потому что он до этого никак, вот как бы я ни старалась уговорить его пойти заниматься музыкой, он, все мои попытки были тщетны, он никуда не хотел. А сейчас вот эти два года он очень здорово играет на гитаре, слушает музыку, которую рок-музыка, она, я считаю, музыка сердца, мне очень нравится, что он ее любит, и, по крайней мере, таким уважением и таким стремлением так быстро все в этом организме, я думаю, что она ему там помогает. На самом деле он мне друг. И как-то так с детства сложилось, что у нас с ним не было тайн. Договаривались все говорить по-честному. Я уж не знаю, как он там любови своих девчонок, хотя я всегда за, чтобы они были уж в таком возрасте и пора общения. Конечно, у него другой круг общения там, за границей. Но будущее я не определяю его. Мне хочется, чтобы он сам определился. Я могу только советовать. И, слава богу, он слушает. А выбор все равно за ним. Ни в коем случае настаивать не буду. Я слушаю учителей, слушаю педагогов. Они говорят, что у него больше техническое, чем гуманитарное. Может быть, музыка какую-то роль сыграет. Я не загадываю. Не загадываю. И если он, я все жду от него своего личного мнения. И мы договорились с ним, что скажет он об этом, когда будет сам готов и будет уверен. Да я всегда рядом. Молюсь и помогу. Всему можно научиться, по крайней мере, мне очень этого хочется, по крайней мере, мне снится. И то, что я пытаюсь сделать в своем творчестве, конечно, носит немножко другой характер. Он, наверное, скажем так, посерьезней. Но уж не знаю, как у меня получится, я очень в это верю, потому что я очень хочу этого. И помощь, конечно, тут же и продюсера. Но был у нас, за что, опять же, таки благодарна Гоше огромный. И у меня есть дуэт с группой «Назарет». Это было, конечно, незабываемо, это на всю мою жизнь. И запись песни «Love Hats», и как мы вдвоем выступали, и этим дуэтом. Конечно, это огромная энергетика. Мне бы очень этого хотелось. Но опять-таки, все, что мне дано, то мое. Я хочу, очень хочу. Вот стараюсь вот, по частичкам. Я, конечно, не перескочу так, потому что, во-первых, у меня есть огромное уважение к моей публике. К людям, которые всю жизнь со мной жили, живут, растут, и молодежь достаточно много, поэтому я же как-то уважаю и ту Овсиенко, которая была. Поэтому таких резких, конечно, скачков не будет. Но все же другая музыка. Ведь у меня же, как у любого человека, были всегда сомнения, они и есть. И до конца, конечно, от каких-то страхов, каких-то опасностей, там, то, что внутри происходит в душе, оно же всегда там, а у меня это не так, а у меня так. Я перестала об этом думать, я отодвинула это. Этот период я уже как так осознанно воспринимаю, глядя на себя в зеркало. Я говорю всегда, что вот то, что дал мне Бог и мои родители, это мое. Я очень с благодарностью отношусь к тому, что я живу, и улыбка и позитив – лучший рецепт от всего на свете. Естественно, вот мне не хватает, я, конечно, это говорю в эфире и всегда говорю всем, избавляться, естественно, у меня есть мои недостатки, вредные привычки, я курю.
Это я никак не могу бросить курить, что очень-очень хочу. Потому что, конечно, это влияет и на кожу, и мы же взрослеем. Что всего остального? Я, естественно, помню какие-то правила всегда рядом со мной. По жизни идет спорт. К питанию я отношусь совершенно спокойно, не делаю из этого культа. Все обычное, человеческое, конечно, без перееданий там, мучного. И, естественно, спорт и внутреннее состояние. Просто любите себя и верьте в себя очень сильно. И никаких сомнений. Все люди на Земле очень красивые. Я очень люблю свободу, и я не очень люблю, когда есть какие-то вещи, конечно, я бы, может быть, если вдруг мне понадобится, может быть, и воспользуюсь этим на определенных целях. Что касается всего этого, я все-таки хочу остаться как птица. Говорят, когда во сне летаешь, растешь, ну а мечтой всегда хочется быть. Я думаю, что это ассоциация крыльев у любого нормального человека, живущего на Земле, во Вселенной, это, конечно, свобода. Свободен человек, он счастлив. Потому что, наверное, не зря и любовь тогда и есть настоящая, без которой невозможна жизнь. Да и вообще жизнь сама – это любовь. Она тоже связана со свободой.